При вязании очень часто бывает необходимо прибавить петлю. Я покажу, как это делается на примере столбиков без накида. Итак, нам необходимо увеличить количество петель в ряду. Для этого я провязываю столбик, как это делается обычно, а затем второй столбик я провязываю в ту же самую петлю. Продеваю крючок, завожу его слева за рабочую нитку, вытаскиваю петлю. У меня на крючке две петли и протягиваю в них еще одну петлю. И на крючке одна петля. Таким образом, количество петель в ряду увеличится. И повторяю еще раз. Первый столбик и в ту же самую петлю второй столбик. Таким образом можно добиться расширения вязания или использовать это при вязании какого-то узора.